Let's go! Стоп! Нет-нет! Не давай Дженни газировку! Кажется, сестричкам так весело играть вместе. Способ Люси поможет Дженни поесть. Дженни, смотри. У Дженни растут зубки. Наверное, поэтому она не хочет есть. Поможешь за ней присмотреть? Да. Дедушка! Держи! Спасибо, Люси. Но я слишком устал, не могу сейчас. Но как же ты поправишься, если не будешь есть? Ему дают лекарства, поэтому сегодня он может не есть. Боже мой! Оказывается, Люси решила, что если дать Дженни лекарство, то ей не нужно есть. Дженни не нравится капельница. Может, дать ей попить так? Эй, Люси! Дженни, нельзя газировку! Стоп! Прости! Я просто хотела, чтобы Дженни быстрее поправилась! Это просто игрушка. К тому же, только настоящие доктора могут делать пациентам капельницы. Да. Благодаря доктору Люси, Дженни хорошо ест. Игра в Майнкрафт. В семье Вульфу сломался телевизор. Потребуется время, чтобы починить его. Мы можем воспользоваться картоном, чтобы сделать домик в стиле Майнкрафт. Да, отличная идея. Так-так, посмотрим, каким же получится домик из картона. Вау! Вау, какой красивый! Отличная работа, дети! Спасибо! Стой! Мне нужно выйти. Интересно, что же еще придумал Вульфу? Да, да. Ну почему он так долго? Боже мой, откуда здесь эти два крипера? Oh.
казалось, что это Вульфу и папа. Хватит ее пугать. Мама! Не злись, мама. Вульфу и папа пытались меня развеселить. Очень занятая мама. Вау, это новая игрушка Вульфу. Как круто! Не могу дождаться, чтобы показать его друзьям. Вульфу, отнеси это, пожалуйста, на кухню и убери свои игрушки, хорошо? Присмотришь, пожалуйста, за Дженни. Ой, Вульфу хочет похвастаться новой игрушкой перед друзьями. Вот если бы у мамы было столько рук, как у робота, она бы смогла все делать сама. Ага, что же за изобретение у пришельца? Если их надеть, то эти руки будут делать все, что ты захочешь. Пока! Теперь ты все можешь делать без моей помощи. Даже суперизобретение мама не очень рада. Мне нужно помогать дома. Подожди меня. Но когда мы делаем это вместе, веселее. Кажется, Вульфу кое-что понял. Смотрите, мама делает так много дел. Давайте помогать своим мамам. Давай я тебе помогу. Спасибо. С этого момента я буду помогать тебе по дому. Не бросай игрушки в туалет. О нет, Вульфу получил двойку. Посмотрим твою контрольную. Вульфу! Ой, контрольная Вульфу! Ты все, Вульфу? Почти. Итак, контрольная Вульфа уплыла. Боже мой, Вульфу здесь нельзя мусорить!
Помоги! Пожалуйста! Ага! Все плохо. Что же теперь делать Вульфу? Эй, где моя машинка? Он сейчас бросит это в меня! Потому что я не хочу, чтобы Буфа узнал. Узнал что? Нельзя выбрасывать разные предметы в туалет. Он может забиться. Правильно, маленькие друзья. Простите, я больше так не буду. Можно ли жить в доме из консервных банок? Доктор Кэт, вы можете сделать для нас такие домики? Конечно, но я не думаю, что вы сможете в них жить. Что ж, дети, давайте узнаем, почему Вульф и Кэт не могут жить в домиках из консервных банок. Вульфу, давай украсим этот дом. О нет, на улице стало резко жарко. Так жарко! Мы не можем больше здесь оставаться! Но мы же можем жить здесь зимой, правда? Вульфу такой сообразительный. Кэт, смотри! Смотрите, детки, в доме резко стало холодно. Банки сделаны из металла, а металл хорошо проводит тепло, даже в жаркую и холодную погоду. Значит, мы не можем здесь жить. Да, металл тоже может проводить электричество. Мы можем сделать домик из картонных коробок. Малыш, мама скоро вернется.
эти выходные у нас будет конкурс талантов «Мама и малыш». Участвуйте в нем со своими мамами, детки. Да! О, почему Буфа такой грустный? Мамочка, ты сможешь вернуться домой на эти выходные? Прости, дорогой, у меня шоу в эти выходные. Следующая песня. Итак, Буфа не может выступать со своей мамой. Буфа, почему ты такой грустный? Не волнуйся, ты можешь сыграть с отцом в спектакле. Кто? Я! Полицейский просто отлично справляется с заданием. Да. Вульфу! Хорошо. Вау, какой план Вульфу обсуждал с папой Буфу. Начнем конкурс. Привет! Смотрите! Да! Вперед! Синий! Да! Зеленый! Желтый! Ух ты! Выступление Кэт и ее мамы просто великолепно! Семья Вульфа и Панда тоже отлично справляется! Мама! Сынок, я старалась закончить шоу пораньше, чтобы успеть к тебе. Теперь вы с мамой сможете показать свои таланты. Да. Оказалось, что это и был тот самый сюрприз, который Вульфу хотел преподнести Буфу. Буфу и его маму было превосходно, правда? Волшебный пульт. Почему у мамы такой странный наряд? Это шикарно. Отдашь, когда закончишь. Хорошо? Так, оказалось, что пульт пришельца может помочь превратиться в его маму. Вау! Вульфу хочет превращаться в разных людей? Видишь, моя машинка лучше, чем у Вульфу. Ты не закончил домашнее задание. Отдай игрушку. Вор! Вор! Быстрее! Лови его! О, нет! Вульф,
Вульфу! Пульт сломался! Ага! Нет! Смотрите! Вульфу постоянно превращается в других людей! Привет, дети! Где моя машинка? Из-за тебя столько проблем. Простите, я больше так не буду. Нет друзей для Вульфу. Я представлю тебя своим друзьям. А вдруг я им не понравлюсь? Не переживай, я помогу тебе. Ребят, познакомьтесь с моим новым другом-пришельцем. Это была первая их встреча, и пришелец так стеснялся. Привет, ребят! Нет, я буду играть первый. Сокровище пришельца просто невероятное. Какой же ты замечательный друг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вау! Это очки рентген! Как плохо вы прячетесь! Мне уже пора домой! Нет! Останься еще чуть-чуть! Боже мой! Вульфу злоупотребляет изобретениями пришельца. Мне правда пора домой. Я занят. У меня нет времени. Нет! Нет! Теперь никто не хочет играть с Вульфу. Я думал, что вы все заняты. Почему вы со мной не играли? Ты смеялся над нами. Ты использовал мои гаджеты, чтобы похвастаться. Простите, что испортил все веселье. Я просто хотела вам показать, какой пришелец классный. Ребята, берегите своих друзей. Комната розового покемона и голубого покемона. Так, у голубого Пикачу такая крутая комната. Я лучший Пикачу. Это я лучший Пикачу. Люси, остановись.
можно! Узнаем, кто же лучший Пикачу! Дети, смотрите! Боже мой, что происходит? Люси совсем маленькая. Мышь просто гигантская по сравнению с ней. Не трогай, Люси! О нет! Вульф в опасности! Вульфу, сюда! Победа будет у ребят или у мыши? В итоге выяснилось, что лучше всего – это единство. День профессии. Мы были такими крутыми! Помогите! Помогите! Вау! Друзья Вульфу правда были такими крутыми? Спасибо! Вообще-то, все было не так. Ой, посмотрим, как же все было на самом деле. Боже, оказывается, во время дня профессии они так баловались. Но благодаря их мамам дети поняли, что делать. День профессии такой веселый! Давайте поможем малышам! Помогите! Супермен Вульфу лучше всех! Вульфу, ты можешь мне помочь?
Похоже на то, что Люси не хочет отпускать Вульфу ни на минуту. Вульфу, помоги мне! Супермен Вульфу занят. Но мы можем поиграть вместе. О, нет. Люси просто хотела поиграть с Вульфу. Вот бы был Супермен Вульфу, который заботится только обо мне. Вау! Желание Люси сбылось! Пожалуйста, помоги моему другу! Я помогаю только Люси. О, нет! Супермен Вульфу – это как раз то, что хотела Люси. Спасибо. Пока. Я хочу вернуться. Да. О, нет! Быстрей! Спаси моих родителей! О, нет! Я забочусь только о Люси. Помогите! Вульфу! Молодец, Вульфу! Люси! Прости, что меня не было рядом, чтобы поиграть с тобой. Нет, все в порядке. Помогайте людям хорошо. Давай теперь поиграем вместе.